Правительство Югры скорректировало 6 государственных программ. В частности, изменения коснутся развития промышленности и туризма. Программа дополнена новыми видами поддержки туристской отрасли за счет субсидий из окружного бюджета. Так планируется возместить часть затрат на транспорт. При организации экскурсий и путешествий по автономному округу будет оказана помощь в покрытии затрат на участие в региональных международных туристических выставках, ярмарках и конференциях. Кроме того, члены правительства приняли корректировки государственных программ по развитию коренных малочисленных народов Севера, экологической безопасности и развитию гражданского общества и госслужбы.